Здравствуйте. Привет, бабушка. Держать. Значит, только что была проведена проверочная закупка сотрудниками полиции. Вот этот товар, который вы привезли, является контрафактом. Так, денежные средства, которые вы получили за доставку, где? У вас предъявите. Все, как видим, денежные средства. Номера купюр полностью совпадают. 44,80. Это некачественно сделанный зипс. Продавливает эту пробку, так ее назовем, и за счет этого панель теряет необходимое количество точек крепления. Особенно это важно в случае крепления панели на потолок, потому что вес панели достаточно высок, порядка 20 килограмм весит каждая штука, и согласно нашей технологии, например, вот эти два отверстия дополнительно крепится не просто обычным саморезом в пластиковый дюбель, а именно анкерным болтом в железный дюбель, который монтируется в потолок. А сколько стоит оригинальная панель? Вот так примерно. Оригинальная панель стоит в зависимости от толщины ват, которые клеятся, там бывают более толстые, до 10 сантиметров, от 1000 до 1500 рублей за квадратный метр. В случае, если эти пробки будут провалится, такая панель может либо со временем элементарно упасть на голову, либо принести ряд ненужных хлопот и проблем, потому что это может быть какая-то просадка, то есть искривление поверхности, даже если это касается стены. Oh.